Ярко, красиво, стильно, феерично. Все это о выступлении девчонок из творческой мастерской Ольги Шубиной. Вот уже 20 лет этот коллектив радует жителей Новоуральска своим искусством. В Театре музыки, драмы и комедии по случаю юбилея прошло большое торжество, которое объединило выпускников прошлых лет, воспитанников и их родителей, представителей власти, всех, кто неравнодушен к мастерству Ольги Шубиной. Зал был полон, и каждый выход на сцену зрители встречали овациями. В этот день казалось, что все происходящее на сцене и зрителей, и артистов окутывает своей необычной атмосферой, энергетикой, ощущением сказки. Антураж, костюмы, музыка – все дополняет друг друга и получается единый номер. При этом в каждом выступлении чувствуется своя история, которую артисты рассказывают зрителям. Особенность занятий в мастерской Ольги Шубиной в том, что воспитанники сами создают уникальные и неповторимые костюмы. Продумывается целый номер, разучиваются хореографические движения, сочиняется сценарий. К тому же юбилейный повод особенный. В гости коллективу пришло много друзей. Звучали поздравления и пожелания процветания, чтобы еще долгие годы творческая мастерская Ольги Шубиной радовала новоуральцев, жителей Свердловской области и других городов страны. Появился в 1999 году, еще в 20 веке, и можно считать, что уже второй век существует вот такое прекрасное творческое создание. Получается, несколько сотен детей, подростков прошли через творческую мастерскую Ольги Владимировны. Каждый из них прикоснулся к прекрасному. Они познали швейное дело, дизайн, хореографию. Прикоснулись к прекрасному. Я уверен, каждый из этих ребятишек сегодня и в будущем несет ту красоту, которую он черпнул в общении с Ольгой Владимировной, с коллегами, живя в городе Новоуральске. Так что долгие лета и очень здорово, что мы вместе с вами. Спасибо вам. Это сотни девчонок, которые сегодня не потерялись, которые были воспитаны. А Ольга Владимировна, кроме того, что педагог высокого класса, она еще и человек, потому что вот то обаяние, то отношение к детям, в общем-то, дорогого стоит. Спасибо вам огромное за все. Я с своей стороны всегда как-то пытался помогать, но и дальше, я думаю, по мере возможности будем оказывать помощь. А вам, ну, добрый путь, и чтобы ваши детки, к сожалению, тут есть детки-выпускники, вам сейчас нужно сейчас новый набор поднимать. Но я думаю, у вас получится. Огромное спасибо! Образцовый коллектив любительского художественного творчества покоряет сердца публики с 1999 года. 20 лет назад Ольге Шубиной захотелось сделать что-то необычное, и дело оказалось в шляпе. В прямом смысле. Именно с этого головного убора и началась история развития творческой мастерской. Просили провести в 40-й школе, вести кружок ИЗО. А хотелось что-то необычного. Попробовали сделать шляпки. Получилось. Ну, так и пошло.
Сколько костюмов вашей коллекции, какие ткани вы используете, из чего, какие материалы? Около 500 с лишним костюмов, около 50 коллекций у нас уже. Ткани совершенно разнообразные. На юбилейном вечере были показаны разные коллекции. «Рождение вселенной», «Легенда о Китежграде», «В горах алтайских», «Малахитовая шкатулка», «Зимняя сюита» и другие. Творческая мастерская Ольги Шубиной достойно представляет муниципалитет на различных конкурсах и фестивалях, завоевывая победы и всевозможные награды. Коллектив известен далеко за пределами города. Мастерская неоднократно становилась призером областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. А руководитель коллектива Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, не раз была отмечена дипломами различных уровней. К примеру, лучший руководитель всероссийского конкурса «Урал собирает друзей». Была организатором конкурса юных дизайнеров «Серебряная нить». В 2016-м проводила экспресс-конкурс создания эскиза костюма и вела мастерскую в рамках фестиваля конкурса «Арта Лимпросатома». В 2017 году проводила видеозанятие «Быстрый костюм-трансформер» для форума «Школа Росатома». А в апреле выступала с презентацией «Мастерская «Чердачок» и была руководителем мастерской в международном лагере в Болгарии. Ольга Шубина с 2018 года – эксперт мероприятий проекта «Школа Росатома». Главное – это то, что в сердца и души своих воспитанников она закладывает любовь к творчеству и умение видеть прекрасное. В коллективе все живут одной большой и дружной семьей. Для нас 20 лет – это не только праздник, это большой труд, это подведение итогов, определенный этап жизни, приобрели опыт. Вот, приобрели зрителя, слава тебе, Господи. Мы очень благодарны нашему зрителю. Очень много появилось замечательных рядом детей, которые выросли, которые уже стали мамами, папами. До сих пор приходим, встречаемся друг с другом. Первым нашим выпускницам 32-33 года. То есть, говорю, мамы, папы уже. Самым молодым у нас сейчас вот 8 лет. Самым маленьким, который сейчас с нами участвует. Пришла я сюда изначально для того, чтобы научиться не бояться сцены, потому что много выступала в музыкалке. Ну, и потом как-то так пошло, и я тут осталась, мне понравилось. Шьете? Шью. Мы учимся правильно ходить, эмоциями работать, шить. Иногда я сестре помогаю перешивать там бусинки. Мне нравится сюда ходить, потому что я здесь умею шить, учусь. И нас тут учат правильно держать осанку. Вот у меня костюм от пролога, ну я забыла, как он называется. Я занимаюсь тут 4 года, мне тут нравится, потому что коллектив дружный, помогает друг другу. У меня костюм из «Ангел времени», сейчас я его использую на прологе. С особым трепетом о своей творческой жизни в коллективе говорят и выпускники Ольги Шубиной. Когда-то они пришли на занятия с детьми, но и сегодня, будучи взрослыми, не оставляют любимую наставницу и ее творческую мастерскую. Я связана с этим коллективом уже на протяжении 10 лет.
пришла сюда еще будучи школьницей, закончив художественную школу. Мама думала, что здесь изначально было модельное, то есть что-то в плане подиума и всего остального, что включает в себя модельное искусство. Но здесь все оказалось намного иначе. Здесь нужно трудиться, еще раз трудиться, трудиться, трудиться и очень много трудиться. Мне это очень, безусловно, понравилось. Я сразу же влилась в коллектив. Мы много выступали. Ольга Владимировна просто волшебный человек. И мне познакомиться с ней, это нереальный человек. И я очень этим счастлива и горжусь тем, что я часть команды, часть коллектива. И, безусловно, каждая коллекция – это маленькая история, которую мы хотим рассказать людям. Университет закончился, уже даже работаем, некоторые уже мамочками стали, все равно уже приезжаем. У нас очень просто теплая атмосфера в коллективе. Здесь, как сказать, своя семья, наверное. И вот Ольга Владимировна, у нее, не знаю, огроменное, наверное, терпение. Она просто каждому находит подход, что просто сюда постоянно хочется возвращаться. Хожу уже 8 лет, то есть я ходила, переставала, потом снова ходила, снова переставала. И вот сейчас я просто решила выступить, грубо говоря, в последний раз. Мне очень нравится творческая мастерская, то есть здесь происходило много всяких ситуаций. Были ситуации хорошие, были ситуации сложные, из которых мы выходили, то есть мы с ними справлялись. Костюмы нам придумывает Ольга Владимировна. Каждому человеку ищет свой подход и от этого отталкивается, то есть и она ищет каждому человеку свой костюм. Я всегда с радостью выступаю, потому что мне это очень нравится. Ольга Владимировна очень творческий человек, и ее коллекции – это не просто какие-то коллекции, это ее идея, какая-то душа, духовное состояние. Вот, и мне это очень нравится. Действо по праву оценили зрители. Кто-то пришел к своим близким, занимающимся в студии, а кто-то побывал на представлении впервые и остался под большим впечатлением. Все красочно, так ярко, динамично, очень понравилось. Так необычные костюмы. По крайней мере, я первый раз пришла именно на такой показ. Не жалею, честно говоря. Очень приятно. Шикарно. Очень красиво все. Очень. У нас тут внучка Настена Буньковая. Так танцует красиво, все хорошо, очень. Вот видно, что вот от души, правда? Вот. Мне очень нравится. Сами посмотрите, вот ребенку показать, девочке своей. Хотим, чтобы она тоже когда-нибудь стала участницей студии. Ваши впечатления, расскажите. Самые прекрасные, чудесные. Мы в восторге. В восторге от увиденного, даже не ожидали. Первый раз на представлении в творческой студии. Я думала, будет не так, но тут просто высший пилотаж. Создает настроение, создает позитив.
Это плюс, это положительно. Очень приятно смотреть, слушать, наслаждаться. Вызывает восхищение. И, как всегда, гордость за родину, потому что в нашем Новоуральске такой шикарный коллектив. Да еще в центре внешкольной работы, где я занималась всю юность, все детство, очень горда. Очень нравится уровень. Настолько высокий, достойный. Не зря они ездили в Москву. Я думаю, надо ездить еще, показывать и прославлять уральскую землю. У меня выступает жена, она 10 лет назад выступала здесь, и сейчас пришел посмотреть впечатления. Но смотрится все на одном дыхании, все очень здорово, девочки большие, молодцы. И мальчика я тоже там видел, я ждал, что будут только женщины, оказалось, что нет, но это очень здорово на самом деле, прекрасное просто, прекрасное шоу. Продолжать в том же духе, продолжать также работать, чтобы мы на 40 лет и на 50, и дай бог на 60 бы пришли сюда и все это посмотрели. На самом деле очень трогательно, когда видишь свои костюмы, которые ты своими руками сделал, и это, ну, очень переживательный момент. Ну и, конечно, радость за новые коллекции, которые уже намного красивее, намного хореографичнее, намного артистичнее. Ну, в общем, гордость и радость. У меня все подруги там занимались. У нас была очень большая семья, мы очень много времени там проводили. И у меня вот в памяти осталось ощущение вот такой большой дружбы. И много поездок, мы много путешествовали, ездили в Польшу и Питер и по области. Поэтому, ну, для меня это просто ощущение всегда большой семьи, поддержки и какого-то вот, ну, творчества. Очень много вкладывают своих участниц в творческой мастерской. Не только обучение вот шитью, но и свою душу. Она всем была, как вторая мама. И со всеми своими проблемами мы могли ей поделиться. И вот, ну, у меня пожелание, чтобы ее хватило как можно надольше. Я из образцового коллектива «Хор Гластиль», но меня просто пригласили сюда поучаствовать, помочь. Я с ними знакома не так давно, ну, начала сотрудничать, если так можно сказать. Вообще, мне очень сразу понравились и ребята, все, которые участники мастерской. Костюмы вообще, на самом деле, очень шикарные. Если учесть то, что я не умею шить, то для меня это вообще такой шок был, когда я пришла и увидела, что девчонки сами все делают, делают выкройки, вышивают это все, сами пришивают какие-то маленькие бусиночки, молнии. То есть это вообще просто прекрасно на самом деле. Волшебное действо подарили воспитанники и выпускники Ольги Шубиной всем, кто пришел в театр музыки, драмы и комедии на юбилей образцового коллектива. 20 лет для человека немного, а для коллектива это солидный возраст. С учетом того, что создала его, объединила вокруг себя множество единомышленников одна женщина, неравнодушная к творчеству, добрая, обаятельная, трудолюбивая и отзывчивая. Творчество объединяет. Это доказала 20-летняя история мастерской Ольги Шубиной, которая за эти годы подарила зрителям более 50 коллекций из 1500 костюмов. И каждый наряд уникален. Он сшит руками новоуральских рукодельниц. Второго такого нет. Новых идей, творческих мыслей, смелых замыслов и их воплощения. С юбилеем!